Да позвони ты ей. Я бы позвонил, так скайп где? Я как бы с радостью, Есенина, алло. Есенин. Ну допустим. Блять, кто? Я просто смотрю. Блять, что? Что происходит вообще? 8500 смотрят, как я пытаюсь позвонить на подхвате, она пытается позвонить мне, и в итоге нихуя не выходит, потому что мы не знаем друг друга скайпа. Вот это поворот, ебать! Вот это да. Ева, классная киса, мне звонит. Ну, допустим. О. Допустим. О. Алло. Здравствуй. Привет. Привет. Честно, то, что в твой скайп, я хотела попасть только потому, что это требовал мой чат. Ага, хорошо. Почему? Это меня полностью устраивает, в принципе. Хочу первым делом Вове, короче, передать поцелуйку. Mm-hmm. Вот. Привет всему чату. Не обижайте меня, пожалуйста. Пожалуйста. Тебя кто-то обижает, что ли? Нет, но пусть они меня не обижают на будущее. Вот. Mm-hmm. И почему у тебя последний... Это последний бухло стрим или последний стрим вообще? Нет, это... Ну, в принципе, а я что, стримлю, что ли? Ну, постримливаешь так. Да нет, я не стримлю. Но последний, потому что нас купили... Рухаб купил хитбокс, именно личный стрим. Поэтому мы теперь стримим на хитбокс только исключительно. А, в принципе, я не собираюсь стримить. Поэтому такая ситуация. Хорошо. А счетчик шотов. Что ты делаешь за шоты? То есть у тебя, насколько я поняла, очень много там выпивки, и ты пьешь за какое-то... Я пью за бабло. Я продажный хуй. А. Но считается ли моя подписка на тебя баблишком? Нет? Вообще, твоя подписка не значит ничего, потому что я и больше не буду стримить на Твиче. Ну ладно, я просто хотела обратить на себя внимание. Но у тебя получилось. Отлично. У тебя это получилось. И 9... Не, ладно, 8500 зрителей сейчас думают о том, что какая-то драма между нами происходит. Но знаешь, как, когда два стримера общаются друг с другом разного пола, то сразу... возникает какое-то обсуждение в интернетах моментально после этого. Я один раз только видела тебя в своем чате. Ты сказал, что русский рэп говно. Да, потому что у тебя... Я зашел на твой стрим, а у тебя играл русский рэп, и я сказал, что это говно. Поддерживаю наполовиночку. Не, ну подожди, у тебя после этого еще несколько треков играло русского рэпа, и я после этого ливнул уже окончательно. Ну ладно, я не буду оправдываться. Не надо оправдываться. Не буду. Все. А, ты просто позвонил, чтобы, потому что чат просил? Мой чат просил, да. Ага. То есть у нас никакой это развлекательной программы не будет? Я просто опасаюсь 9000 людей, я... Как-то даже... Да какая разница уже? Ты думаешь, вот у тебя сколько сейчас зрителей на стриме? 3600, и они летят. Ага, 3600, и они летят. Ты думаешь, вот если тебя сегодня смотрят 3600, а завтра смотрят 2000, это одни и те же люди? Я думаю, это разные люди. В любом случае, 9000 человек тебя в любом случае смотрели. Так чего ты опасаешься? Давай на чистоту, чего ты опасаешься? Гневных комментариев и первостепенно плохого мнения обо мне, либо негативных отзывов от медийных личностей, как ты. То есть стримеры, игроки какие-то. А какие негативные, подожди, от тебя? Ну, там пишут все шлюха, шлюха, шлюха и так далее, и мне это так обижает. Так может быть это мне пишут, подожди. Ты не можешь знать наверняка. Если ты примешь это на себя, я буду благодарна, но... Но да. В смысле, я продался на хитбокс, конечно, я шлюха, подожди, о чем ты? Тут все очевидно, по-моему. Тебе так не кажется? Ну хорошо. Спасибо. Ну вот и все, вот и порешали. Так ладно, хорошо. Нет, на самом деле, вот у тебя 8. У меня 8500, и у тебя 3600. И очевидно, эти люди жаждут зрелища. Ладно, теперь мне пишут, что я шлюха, действительно. Так, поэтому как бы надо что-то людям дать, чтобы они были довольны.
Ты говорил девочке в скайпе то, что у нее на аватарке маленькие сосцы. Можешь показать свои хорошие сосцы? Нет? Ну как бы Нет, я меня же думал... не видно. Не, подожди, я думал, ты мне покажешь сосцы, и будет тогда, типа, Ну так вот мои будет... сосцы-то уже вот как раз и засветились пару раз. А твои нет? Но я просто в видеочатах раньше не сидел, поэтому мои сосцы точно не Но могли я тоже не засветиться. сидела в видеочатах. У меня Не, просто ну есть вот... фотография. Ну ладно, хорошо, я не делал фотографии своих сосцов, поэтому их не видно было в интернете. По крайней мере, я их никуда не выкладывал. Почему? Ну, Вот сейчас сложный ответ, сейчас я сложный попыталась ответ просто нужен. выразить симпатию какую-то к тебе, межличностную просто. А, межличностная симпатия. Сложно. Ну, нет, не особо сложно, в принципе. Не, но Очень как... приятно просто общаться с человеком, хотя бы даже голос слышать, тех, которых ты очень часто смотришь на Рухабе. Действительно. Я посмотрела у тебя в скайпе то, что ты 94-го года. Это верно? Ну, допустим, да. Например, ты на год старше меня, и ты намного-намного выше уровня, чем все наши сверстники. Ты занимаешься серьезными делами, и это очень круто. Я вообще прям кайфую. И я обожаю просто смотреть Рухаб. А, я понял. Ну, это вообще очень лестно, очень приятно, поэтому, в принципе, чего мы тут этим Расскажи, лабзанием что для тебя занимаемся значит на стримах? Лучше биткоин? напиши мне, или я напишу Как вы тебе, здесь и, типа, купаешь? просто потом вне стрима пообщаемся, потому что какой смысл? А то люди смотрят и думают, что сейчас у нас какая-то драма происходит, да, опять же, ничего же нет, Ну поэтому... хорошо. Давай тогда последний вопрос, и я ливану, потому что меня все равно обижает, и мне сложно. Последний вопрос. Смысл этого скайп-шоу? Ты добавляешь абсолютно рандомных людей, либо каких-то более-менее популярных? Нет, я звоню абсолютно любому человеку, который звонит мне в Skype, вот в этот фейковый, и просто общаюсь с ним. Кто-то готовит какую-то программу, кто-то просто долбоеб, поэтому мы определяем это прямо на стриме, в прямом эфире. Отлично. Все, тогда я закругляюсь. И привет чатику. Не будьте такими злостными или будьте. Я люблю работяг. Все, Пока-пока. пока-пока, пока-пока. У-ху-ху-ху. Было сложно, но мы смогли. Я хотела развести его на сосцы.